Значит, я расскажу о такой интересной теме, которая является, по сути, чем-то абсолютно невозможным в восприятии подавляющего большинства. Все дело в чем? Веб-технологии, ну, прямо вот читать тему я уже не буду, видно, веб-технологии и оборудование. Значит, что такое веб-технологии в принципе? Они на что разделяются? Это разные языки программирования, в основном исключительно такого верхнего уровня, то есть взять, например, PHP, Node.js, тот же Ruby и какие-то там другие ASP. По назначению, если мы рассматриваем PHP, то это вот чистое исполнение скрипта, единоразовое в основном, и все. Если Node.js, соответственно, какой-то демон, который в асинхронном режиме выполняет действия в соответствии с какими-то событиями. По распространенности они отличаются в том плане, что есть какие-то совсем специфичные вещи, которые используются буквально там на считанных проектах. Тоже, например, KPHP, который используется только во ВКонтакте. Либо HHVM, который использует Facebook. Но о массовом использовании этих технологий тоже речи не идет. Но при этом железо это что такое? Это абсолютно материальные такие штуки, которые могут быть как личными, то есть это смартфоны, планшеты, там современные смарт-часы, бытовые, те же чайники, микроволновки, либо, Утюги. да, ну, утюги, ну, практически все, что угодно, что есть дома. Какие-то датчики, например, датчик света, датчик объема, либо датчик движения, температурный. Дальше, специализированные, производственные. Здесь понятно, это еще более такие узкие штуки, которые не встречаются прям вот каждый день, но при этом тоже являются полноценным материальным объектом. Миш, вклинюсь маленечко. Я бы еще к этому списку добавил микроконтроллеры, которые сейчас все больше и больше появляются в принципе в нашей жизни. То бишь это умный дом в первую очередь, вот сам как таковой. Это дальше будет у нас. Да, замечание Понял, абсолютно понял. верное. Умный дом, да, мы еще рассмотрим. А основное здесь в чем заключается? Как раз-таки вот это вот сравнение веб-технологий, то, что они в одной плоскости работают, и железо, которое работает в совершенно другой плоскости, и с первого взгляда кажется, что у них вообще никакого пересечения нет. Но подумаешь, сайт и датчик температуры, ну кому что нужно от этой связи? Но оказывается, все намного проще и намного интереснее. Сами железки чаще всего каким образом, если они умные, могут взаимодействовать с внешним миром? Компорт абсолютно классический, с ним все понятно. Это стандарт, который был еще на самых древних модемах, а зародился он еще раньше, то есть там берет свое начало из 90-х, да, точнее, вру даже, какие 90-е, намного-намного раньше. Ethernet, с этим совсем все просто. Если есть на железке порт Ethernet, просто вставляем туда интернетный провод, и все, машинка в сети. А дальше, следующий стандарт, это RS-485, где на совсем низкоуровневым способом, с помощью двух проводов, просто передается сигнал. И, соответственно, следующий момент, который у нас в плане железа появляется, это реализация взаимодействия с внешним миром. То есть, понятно, на предыдущем слайде мы рассмотрели, как они подключаются. Здесь же мы рассматриваем именно, как они общаются с миром. Первый вариант – это низкоуровневое общение, когда в протоколе описывается весь необходимый формат обмена данными именно в плане соответствия байт. То есть этот байт соответствует такой-то команде, этот такой, там должна быть контрольная сумма, которая высчитывается
таким вот жестким способом, она зашивается в следующий байт. Каждый сегмент этого сообщения должен иметь строго фиксированную длину для того, чтобы правильно железка это все восприняла. Либо же должен быть какой-то флаг окончания сообщения. Вот, в левой части на вырезке из протокола общения с фискальным регистратором вот это все видно. Вот. Высокоуровневое общение, оно все гораздо проще, оно намного понятнее для веб-разработчиков. Один из примеров, самый такой характерный, это REST API, которая работает поверх классического протокола HTTP либо HTTPS. И здесь рассказывать что-то подробнее смысла мало, потому что что такое REST, знают все. Ну, либо как минимум все слышали. Это в двух словах. Миш, подожди, подожди. Да. Ребят, все знают, что такое REST? Люсь? Миш, вкратце, на всякий случай, вкратце объясни. Ага, видимо, не все. Хорошо. Вкратце, это такой способ общения, когда каждый из запросов, в зависимости от сущности, которая требуется, отправляется на свой фиксированный адрес. И сначала идет, скажем так, блок, в котором нужно искать ответ. После этого тип объекта, который запрашивается, дальше идет какой-то его идентификатор. В зависимости от того, какой тип запроса, get, post, delete или put, выполняются различные действия. Но браузеры из этих четырех методов всегда реализуют только два, get и post, поэтому их знают совсем все. Ну а остальные не так часто используются. Еще, кстати, можно сказать, что очень часто происходит какая штука. Реализует не полноценный REST по всем спецификациям, а подобие, но которое работает примерно так же, настолько же понятно и просто для понимания, но при этом не требует вот такой вот совсем жесткой типизации и лишних действий, если это не какой-то глобальный сервис. Так понятнее? Спасибо, Миш. Отлично. Идем дальше. Соответственно, на основе рассмотренных технологий, именно их сущности, сущности железок, появляется абсолютно логичный вопрос, а насколько они между собой совместимы? Это мы рассмотрим дальше. Цели и задачи, которые могут быть у такого совмещения, это достаточно банальные вещи. Получить данные о состоянии оборудования, окружающей его обстановке. Если мы рассматриваем датчики какие-то, то, например, какая температура воздуха, либо насколько светло в помещении. Самый простой пример. Влажность. А вот, кстати, да, еще влажность. Если, например, это датчик дыма, огня. Да, вот правильно подсказывают. А если же, смотрите, мы говорим о датчике влажности для почвы, то, соответственно, на основании его показаний можно принять решение, нужно поливать эту почву или нет, или пока еще воды достаточно. Извини, вот, вольюсь, да? Чувствую, там есть вот как раз место для демона рубишного. Еще увидишь это место. Это будет вынесено в отдельный слайд. Значит, следующая задача, которая может быть, это накопление всех данных за неограниченный период времени. Железки умные, это, конечно, хорошо, но их память ограничена. И хранение данных в рамках одной железки, опять-таки, не дает практически ничего полезного. По простейшей причине. Это то же самое, как человека одного кинуть на необитаемый остров. Он один может много чего, но по факту он один там для общества будет мало полезен, так как нет никакого обмена данными с этим миром. Вот. Соответственно, сбор всех этих данных и именно накопление – это полезно. Следующая задача – это удаленное управление. То есть как раз-таки один датчик нам дает информацию, система обрабатывает это все и совершенно другому устройству выдает команду. Например,
земля высохла, соответственно, следующее устройство получает команду открыть кран для того, чтобы начался полив. Полив начинается, датчик показывает, что воды уже достаточно, и устройство, отвечающее за полив, закрывает кран, и все, полив прекращается. Отправка команд на выполнение. По сути, это очень похоже на предыдущий пункт. Здесь лишь разница в том, что команда – это не обязательно какое-то действие итоговое. Командой может быть, например, как раз сбор данных, либо же просто изучение того, что происходит с устройством. Его, к примеру, текущего состояния, а не того, чем он непосредственно занимается. Примеры. Вот здесь как раз-таки и поговорим о микроконтроллерах. Потому что в бытовом использовании умный дом, например, он состоит целиком и полностью на микроконтроллерах. Можно сделать без них, можно сделать совсем механическими способами. Ну, в конце концов, в 61-м году Гагарин полетел в космос, а тогда о микроконтроллерах как-то не особо думали, но все работало. Но что позволяют микроконтроллеры и в целом современные технологии, это очень сильно все упростить, централизовать все управление и значительно сократить количество разных элементов, которые участвуют в построении системы. Таким образом, имея всего один микроконтроллер, можно управлять большим-большим количеством устройств. Извини, вклинюсь. Да. Одним управляющим микроконтроллером, тут нужно это понимать, потому что сталкивался вот с той же ардуинкой, да. Понятное дело, что количество входов-выходов ограничено, поэтому она может на себя брать только часть дома. То бишь обычно эта система получается в несколько уровней. Есть центральная управляющая система, да, и подсистемы, каждая из которых тоже реализована на микроконтроллере. Абсолютно правильное замечание. Здесь вопрос только в том, какого объема. Потому что очевидно, что если у нас несколько сотен тысяч устройств, то даже самый мощный сервер все равно с этим не справится. Все равно нужна будет распределенная система. Точно так же и с микроконтроллерами. Если мы говорим о двух-трех выключателях, то он один легко с ними справляется. Если же речь о чем-то большем, то там, да, вступают в дело как ограничения по количеству портов ввода-вывода, так и по производительности самого устройства. Дальше. Если мы опять-таки говорим про Arduino, то это, пожалуй, такой совсем микроконтроллер. Если мы возьмем для рассмотрения Raspberry Malino, то это такая штука, которая может выступать, с одной стороны, микроконтроллером, с другой, она достаточно мощная, чтобы быть и полноценным контроллером на прикладном уровне. Потому что это уже совсем полноценный микрокомпьютер, который крутит на себе обычный стандартный Linux со всеми вытекающими свойствами. У меня, например, на одном из таких микрокомпьютеров крутится копия системы управления, которая, в частности, которая отдавала мне через NGINX и PHP нужный мне результат в плане веб-сервиса, и одновременно с этим управляла фискальным регистратором. Но, опять же, этого коснемся чуть-чуть позже. Так, рассматривая бытовые устройства, мы, по сути, коснулись всерьез промышленных. Потому что те же самые устройства, которые в большом количестве используются, это уже, по большому счету, удел таких глобальных крупных предприятий. И эти предприятия, соответственно, используют целые сети для того, чтобы связать все свои устройства в единую систему и тем самым всегда в одном месте видеть полную картину реального состояния всего и вся. Например, современные станки с ЧПУ, они
мало того, что сами умные, и мне позволяют без участия оператора производить обработку деталей, так еще и абсолютно точно современные станки не позволяют объединять себя в сеть для того, чтобы получать уже от какого-то центрального звена задание на работу. И таким образом, чтобы оператор только менял болванки, только обслуживал станок, но не более того. Вот. Здесь мы уже подошли к следующему моменту. Каким образом мы можем состыковать веб-технологии и обычное железо? Если оборудование подключается по Ethernet, то тогда здесь все просто, все понятно. Мы вставляем провод, и оно уже в сети. Но что делать с теми устройствами, которые работают через компорт или по 485 протоколу? Казалось бы, то же самое PHP либо Node совершенно не предназначены для работы с этими протоколами. Вот. И тут нам на помощь приходят замечательные совершенно устройства. Например, MOXA 5110, либо 311, либо их аналоги. Они делают очень простую штуку. С одной стороны у них компорт, к которому подключается устройство. С другой стороны у них обыкновенный порт Ethernet. И таким образом, просто соединяясь по IP и порту, мы по сути напрямую отправляем данные в компорт. И железка воспринимает это именно так, как будто бы управляющая программа работает локально на том компьютере, к которому подключено само устройство. Хотя физически они могут располагаться в кардинально разных местах, в теории даже на разных континентах. Хотелось бы однажды это на практике проверить, вот честно. Ну, не вопрос. Кстати говоря, после доклада, там после перерыва, смогу показать в течение, ну, буквально за минутку, как это происходит. Что мы тыкаем какую-то кнопочку в браузере, а у нас реальная железка выполняет действие. Вот хорошо было бы. Сделаем после перерыва тогда как раз. Соответственно, говоря о способах подключения, на предыдущем слайде мы уже коснулись того, как, собственно, коду взаимодействовать с этими устройствами. Самый простой способ на текущий момент – это открыть соединение через сокет, подключаясь к определенному порту по определенному адресу IP-шнику. Все. Дальше никакой совершенно магии. Я думаю, большинство разработчиков уже представляет, как работать с сокетами. Потому что это для мира TCP абсолютно стандартная и бытовая операция. Ну и в принципе тут все от языка опять же зависит. Ну да, само собой, все уже зависит напрямую от языка. Но опять-таки, все современные языки, они позволяют абсолютно без проблем работать с сокетами. Потому что это уже даже не то, что реалии сегодняшнего дня, это необходимость еще вчерашнего дня уметь работать по портам и сокетам. Дальше. Каким образом, в принципе, происходит взаимодействие? Мы соединились, хорошо. За этот уровень у нас отвечает, по сути, транспорт. То есть такой уровень абстракции, который всего лишь производит соединение и держит это соединение, позволяя передавать какие-то команды. Нижний уровень – это кодирование команд в необходимом формате, которое как раз-таки реализуется в соответствии с протоколом, который поддерживает то или иное устройство. Как было видно в начале, для фискальников это определенный набор, ну, определенная последовательность байт, где первым идет команда, дальше идет само сообщение, дальше идет флаг окончания этого сообщения, и финальным байтом идет контрольная сумма этого сообщения, для того чтобы фискальник понял. Он прочитал сообщение, все вычислил, все совпадает, значит, команда получена верно, ее можно выполнять.
Следующий уровень, это уже верхний, это непосредственно команды. То есть, либо это случай, если железка умная работает по REST, то, соответственно, отправка прямых HTTP запросов. Если же это более простая железка, то, соответственно, отправка запросов в соответствии с протоколом, используя нижний уровень. Здесь все уже абсолютно индивидуально, но общий подход именно такой, что все взаимодействие разделяется на уровни, и тот или иной уровень зависит уже от конкретного устройства, от его протокола общения. Вопрос небольшой. Давай. Я так понимаю, ты на практике это уже применял неоднократно, да? На практике это успешно работает уже 2,5 года. Вот. Вопрос такой. Не сталкивался с ограничением по длине сообщения? Здесь все на самом деле очень просто. Сейчас, секунду. Вот. Здесь все очень просто. Если мы работаем по протоколу, то нас это не волнует совершенно. Потому что, например, в случае с фискальником жестко указано, что данная команда, там, вот этот вот один байт, который определяет, что фискальник должен сделать, имеет такие-то параметры, у каждого из которых фиксированная длина, либо максимальная длина. Если вдруг сам код реализован неправильно и приходит неправильный формат, то устройство не обрабатывает эту команду и просто ее откидывает и возвращает соответствующую ошибку. То есть, как таковой проблемы неправильной длины сообщения в данном случае не существует. Но здесь, еще раз уточню, все абсолютно индивидуально и зависит от конкретного устройства. Потому что фискальники, на примере которых я это рассказываю, они имеют один протокол, датчики температурные, либо пожарные, либо еще какие, они имеют другой метод взаимодействия, и нужно читать именно их спецификацию. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. Теперь рассмотрим уже практическую сторону данного вопроса. На примере системы управления предприятием, которая была создана для распределенной сети заведений, в каждом из которых стоит фискальный регистратор, который необходим для печати чеков. То есть посетитель приходит, делает заказ, и ему должны выдать чек. То есть здесь не может быть никакой задержки. Здесь не должно быть такой ситуации, что система позволяет принять заказ, а после этого сотрудник руками на кассовом аппарате набирает стоимость этого заказа и пробивает чек. Ни в коем случае, только в автоматическом режиме. Иначе теряется теряется как минимум половина привлекательности всей системы. И, собственно говоря, такая система реализована, работает успешно. И мы здесь видим просто скрин из раздела управления фискальником. То есть отдельно мы можем снять X-отчет, Z-отчет, можем сделать снятие денег из кассы, можем пробить чек возврат на любую сумму, можем открыть денежный ящик. Реализованных возможностей больше, но здесь их описывать смысла нет. Вот главное то, как, в смысле, главное видно, что эти возможности, они реализованы, и это все работает. То бишь это HTML-страница, да, вот по стандартному протоколу HTTP, да? Да, да. Это, по сути, скрин из браузера в чистом виде. Отлично. То есть никакой совершенно магии. Вот это вот пример кода. Здесь мы видим, что у нас идет проверка открытия транспорта. После этого сброс кода ошибки. Потом, собственно говоря, сам транспорт открывается, отправляются служебные байты для того, чтобы начать взаимодействие с аппаратом. И различные другие элементы. Ну, собственно говоря, после этого просто проверка ошибок. Точно ли у нас сеанс связи начался?
Здесь мы Миш, извини, на левом. Миш, извини, перебью. Значит, сразу хочу сказать, в Ютубе не особо хорошо видно код, поэтому желательно это потом просто комментарием, да, хотя бы там сбросить. А, ну хорошо. Или еще лучше вот у нас на сайте. Скинем. Или еще лучше у нас на сайте, да, вот там, где будет материал твоего доклада, отдельно привести вот эти два кусочка кода. Ну вот, кстати, да, это правильное замечание, потому что все равно материал там будет, и к нему пояснение какое-то стоит разместить. А, так, значит, на левом скрине я тогда буду чуть-чуть подробнее рассказывать. А, рассмотрим метод открытия денежного ящика. А, сначала идет инициализация кассового аппарата, ну, в смысле связи с ним, то есть это предыдущая рассмотренная функция. Дальше идет отправка метода, то есть мы видим метод send вызывается. Первым и единственным параметром которого является создание команды из определенного байта. То есть в данном случае 16-ричный байт с кодом 8.0 соответствует во внутренней прошивке фискальника именно физическому действию дать команду на открытие ящика. После этого мы проверяем, как у нас все прошло. То есть это метод check operation result. И в завершении мы выполняем какие-то дополнительные действия, которые описаны в методе done.kkm. Вот. На правом скрине чуть-чуть больше кода. В основном это за счет дополнительных служебных обменов данными. Но суть абсолютно такая же. В метод send передается сообщение через make command. Первым байтом, в котором является сам байт, необходимый для выполнения команды открыть смену. Вторым байтом идет специальный флаг, который в данном случае имеет нулевой код. Опять же, это в соответствии с протоколом. И дальше уже идет какое-то сообщение, которое просто будет напечатано на чеке. Ничего глобального, ничего сверхъестественного. И после этого несколько обменов данными, именно служебными данными, для того, чтобы грамотно и правильно завершить данную операцию. И вот этот вот вариант, который мы сейчас рассмотрели, хорошо и успешно работал. В таком простом варианте он просто печатал чеки одновременно с оформлением заказа. Все хорошо, все прекрасно. Но в какой-то момент наши власти взяли и придумали, надо бы сделать все кассы в онлайне. То есть для того, чтобы... Сейчас мы это и увидим. Сейчас, да, тогда вернемся, здесь расскажу. В чем суть этого нового закона, самые ключевые его элементы? Все кассовые аппараты становятся работающими в интернете. То есть вы осуществляете какую-то покупку, и сразу же в течение максимум 5 минут, неважно где, пробивается чек, и практически мгновенно информация об этой продаже, об этой операции должна быть передана так называемому ОФД, оператору фискальных данных, который передает это точно так же в реальном времени в налоговую. То есть... Что у нас получается? Если раньше все кассовые аппараты стояли локально и никто ничего ни о ком не знал, то сейчас продажи абсолютно всех компаний становятся видны всем, ну, становятся видны налоговой со всеми соответствующими последствиями. Это хорошо и удобно, но мы рассматриваем техническую сторону. Соответственно, какие сложности в связи с этим появились? Вот мы видим на примере слева, это у нас задняя панель старого фискальника, который еще работает через компорт. Справа это панель обновленного, точно такого же фискальника, который работает уже через Ethernet. Мы видим крайний порт, это именно Ethernet,
Посередине точно такой же порт RJ45, это уже просто обновленный компорт для сокращения места. Но суть он выполняет точно такую же. Что изменилось? Фискальники работают теперь через Ethernet. То есть мы вставляем в них сетевой провод, они через DHCP получают сетевые настройки и работают как полноценное сетевое устройство. В тот момент, когда они получают команду на пробитие чека, они этот чек пробивают, все происходит хорошо, и сразу же они пытаются передать всю данную, все данные о данной, об этой транзакции непосредственно оператору фискальных данных. Это нужно, как я сказал, для того, чтобы сведения о продаже своевременно поступили в налоговую. И передача этого всего происходит, уже используя стандартные интернетовские протоколы, TCP/IP и там какое-то взаимодействие с ОФД, которое нас совершенно не интересует. Потому что фискальник работает с этим самостоятельно. Вот. Еще какие нюансы в этом всем присутствуют? Первое. Само собой, по всей стране не 1 миллион аппаратов, которые имеются, кассовых аппаратов, необходимо взять и заменить. Либо модернизировать, если это допустимо. Мы не будем говорить, сколько это стоит, нас это не интересует, но просто факт, что даже на железе затраты получаются очень немаленькие. Дальше. Какая еще ключевая особенность этого закона? Теперь чеки через кассовые аппараты обязаны пробивать даже интернет-магазины. То есть интернет-магазин принимает оплату от пользователя картой, получает электронные деньги, но он все равно обязан пробить реальный физический чек. И никого совершенно не волнует, что интернет-магазин хостится где-то в дата-центре, а офис находится в другом месте, либо его нет, или еще что-то подобное. Если у тебя есть продажи, ты обязан пробивать чеки. Точка. Миш, вопрос. Да. Как у них с безопасностью дела обстоят у этих аппаратов обновленных? Никак. Давай не будем забегать вперед. Если я этого не упомяну, то в конце это обсудим. Но, возможно, я этого коснусь чуть дальше. Что касается именно взаимодействия с ОФД, я абсолютно уверен, что здесь все защищено. Здесь вопросов никаких нет. Это нормально. Здесь я не сомневаюсь. Отсутствие безопасности есть в другом аспекте. И вот о нем я расскажу немного позже. Так. Каким... Ну, ранее я рассказал, в принципе, об изменении закона и о том, собственно, какие изменения в железе в связи с этим произошли. Здесь мы уже переключаемся на... возвращаемся к такому прикладному уровню и рассматриваем вопрос, а как же вообще обмениваться данными между системой и оборудованием? Первый пункт – это по требованию. Ну, пропущена буковка оказалась. Поправим перед тем, как выкладывать. То есть, на примере скрина, который был ранее, сейчас даже давайте вернемся, на примере вот этого, мы нажимаем кнопочку X-отчет, и у нас выполняется действие. Фискальник печатает X-отчет. Это и есть по требованию. То есть, у пользователя возникла необходимость, он нажал кнопку, выполнилось действие. Все хорошо. Возвращаемся. Второй вариант. Это просто периодический обмен данными, когда какой-то скрипт сидит в кроне и постоянно опрашивает устройство, либо постоянно шлет ему новые сообщения, если они появились. Все хорошо, все прекрасно. Здесь тоже абсолютно стандартный механизм. Третий вариант – это в реальном времени. Самый простой пример – Node.js, которая работает в асинхронном режиме, и тем самым какое-то событие происходит, и она мгновенно на него реагирует, мгновенно отправляет команду оборудованию, либо наоборот уведомляет
родительскую систему о том, что на оборудовании произошло какое-то событие, что-то случилось, что-то, какая-то ошибка, либо наоборот, открылась дверь, если это датчик открытия двери, либо какие-то подобные элементы, на это все похожи. Надо ли здесь еще как-то подробнее остановиться? Я думаю, что нет. Думаю, смысла нет. Тут вполне спокойно. Ты как-то говорил, делал замечание, что здесь очень хорошо подойдет твой демон, который все, за всем следит. Вот именно на этом слайде мы и можем его рассмотреть. Потому что, например, демон постоянно опрашивает устройство, он получает с него сообщения, он их парсит, он выполняет те или иные действия уже в глобальной системе. Либо другой вариант. Смежный демон отсматривает состояние оборудования. Если что-то происходит, кидает это все в логи, а твой демон, обрабатывая логи, выполняет уже соответствующие действия. Да, я думаю, что вот как раз второй вариант, он даже предпочтительнее будет. Согласен, для того, чтобы не нагружать твою систему, поскольку она предназначена в первую очередь для обработки логов, и разделить. То есть ты абсолютно прав, что второй вариант интереснее. Получается, заточенная под оборудование система работает и работает правильно, но если что-то случается, то в действие уже входит такой аварийный режим. Потому что, по сути, твой демон, он и является тем самым аварийным режимом, который работает, который в идеале должен работать никогда. Это в идеально правильно работающей системе твой демон не нужен. Правильно ведь? Да, как системный администратор. Все верно, именно. Но он нужен именно на случай аварийных ситуаций. Таким образом, если система падает, если оборудование творит что-то совершенно невообразимое, твой демон, как абсолютно сторонняя аварийная система, аварийный такой инструмент, позволяет вклиниться и выполнить необходимые действия, независимо от того, правильно или неправильно работает базовая система, базовые механизмы. Их можно вплоть до того, что грохнуть и перезапустить. Да, вот. По сути, и это все так. На основании логов. Ну, переходим дальше. Я здесь вкратце касался работы через PHP, но по сути абсолютно для всех языков, на которых можно писать такие вещи. Потому что, как я уже говорил, в любом современном языке есть возможность работать с сокетами. А если есть такая возможность, то можно и отправлять данные на любом абсолютном уровне. Мы просто берем описание протокола, читаем его внимательно, очень внимательно, изучаем по полной и начинаем реализовывать от и до последовательно. Тем самым, если мы делаем правильно транспортный уровень, потом нижний уровень, через который передаются сообщения, и уже верхний уровень, это уровень непосредственно команд, то нам совершенно не важно, какой язык занимается кодированием этих последовательностей байт. PHP, Ruby, да хоть JS в виде ноды, хоть любой другой, неважно. На любом языке мы можем работать с оборудованием. Если мы используем железки, которые сами работают в Ethernet, либо вот такие преобразователи вроде Moxie. И подводим краткий итог. Все сочетаемо. Никаких совершенно сложностей нет, если очень хотеть. И самое главное, никакой магии. Веб-технологии абсолютно сочетаемы с реальным железом. Даже если это кажется чем-то невообразимым. Все. Большое спасибо за внимание. Соответственно, если есть какие-то вопросы, то всегда можно будет их задать.